M1 Global presents the history of MMA. Все отведенное время, плюс даже экстра раунды, и были поединки, которые закончились досрочно. Видели здесь нокауты, видели и болевые приемы, и решения. То есть поединки очень разнообразны. В этом поединке встречаются два спортсмена, один из которых является чемпионом России по боевому самбо. И это говорит о том, что он должен, по своей сути, обладать очень гармоничным развитием с точки зрения навыков борьбы как в стойке, так и в борьбе. Так точно, да. Да, при этом он идет, да, что интересно, вот, ровно так же, как в предыдущем поединке, который мы смотрели, финальный поединок в предыдущей серии, оба спортсмена не имеют поражений. Достаточно принципиально для них будет этот поединок. Вот. Совершенно другой уровень накала страстей, да, потому что цель совершенно другая. Да. Его соперником является тоже, судя по всему, очень серьезный спортсмен, который является ни много ни мало чемпионом мира по тайскому боксу среди профессионалов. Поэтому он должен победить, обладать очень хорошим ударом. Посмотрим, какие действия. Да. Трудно сказать. Дело в том, что видно по движениям и по поведению, что хорошо. Булат с борьбой знаком не понаслышке, невзирая на титул чемпиона мира по тайскому боксу, думаю, что он имеет еще полгода готовности к борьбе. Дагестан, собственно, да. В общем, да. Да, быть дагестанцем и не иметь представления в борьбе, это слышно сложно. Да. В общем-то, это видно. Хаки пытается провести кривой перевал. Попытка не сложилась. Колено можно в таз бить. Вперед, горец! Тактическая борьба в партере. Опять болевой, выход на болевой прием. Активнее в квартире, как мы видим, представитель боевого самбо. Удивительно, но его соперник. Вот. Но, сопротивляется, блокирует пока все атаки. Опять попытка выйти на болевой прием, предпринимаемый Хабибом. Не гнулось, это соперник удара, да. Как видим, неплохо держит их. Затем он пытается подготовиться для того, чтобы вытащить его. Я думаю, что у него это получится. Работает корпусом активно. Но очень крепкий захват. Молодец, держит. Великолепно. Стакан разорвал, да. Все. Ну, в общем-то, такой достаточно прогнозируемый результат. В партере все-таки представитель боевого самбо оказался немножко более подготовлен. А представителю тайского бокса не удалось удержать его с руки.
Дамы и господа, рефери остановил поединок через 4 минуты и 36 секунд первого